Добрый день, уважаемые слушатели! Цель нашего сегодняшнего занятия – попытаться разобраться в алгоритмах и приемах решения задачи номер 17 стандартного варианта экзамена ЕГЭ, единого государственного экзамена. Преимущественно эти задачи являются задачами, связанными с вкладами или кредитованием. Поэтому мы попытаемся разобраться именно вот в этих двух типах задач. Задачи на банковские проценты можно условно разделить на две группы. И к первой мы отнесем задачи на проценты по вкладам, то есть депозиты. Думаю, что напоминать понятие процента для тех, кто добрался до сегодняшнего занятия, не стоит. А вот о сложных процентах мы все-таки с вами поговорим, потому что те формулы, с которыми мы будем работать, и те алгоритмы, на которые мы будем опираться, работают как раз на основе сложных процентов. Поэтому те, кто силен в этой теме, вы, пожалуйста, немножко потерпите, а те, кому это нужно, послушайте внимательно. Более того, я вас попрошу подготовиться к тому, чтобы не только, быть может, записывать те материалы, которые будут перед вами на слайдах, но и успевать сделать фото экрана. Итак, сложные проценты. Пусть некоторая величина А в начальный момент времени, t нулевое, имеет значение а нулевое. Предположим, что за промежуток времени дельта t первая величина а претерпела некоторые изменения, а именно на p процентов. При этом мы с вами будем считать, что числу процентов p присваивается знак. Плюс, в том случае, если величина А увеличивается, и минус, в том случае, если величина А уменьшается. Таким образом, формула, которую мы получим, будет универсальна вне зависимости от того, в большую или меньшую сторону изменяется величина А. Итак, за промежуток дельта Т1 величина А изменилась на p процентов и стала равной А1. Причем значение А1 считается по понятной формуле. К величине А1 мы прибавляем p процентов от этой величины. Ну, понятно, что мы имеем возможность упростить это выражение. Пусть теперь проходит еще один промежуток времени, дельта t2, за который величина А снова меняется, причем на то же самое число процентов p. Тогда величину А2 мы можем посчитать с помощью значения А1 в точности по той же самой схеме, но нам удобно будет выразить А1 через начальное значение, А0, нашей величины. И тогда мы получаем формулу вот уже в таком виде. То есть, поскольку у нас дважды величина изменилась, и мы имеем вторую степень скобки, единицы плюс p сотых, то уже усматривается некоторая закономерность создания формулы. Далее несложными вычислениями мы убеждаемся, что а третья при аналогичных обстоятельствах принимает значение, указанное здесь, и обобщая с помощью несложных, в действительности индуктивных соображений, мы получаем формулу для произвольного натурального значения n шагов. То есть, если величина А претерпевает n раз изменения, всякий раз на одно и то же число p процентов, то итоговое значение величины А, равное an, будет считаться по формуле 1, которая перед вами. Пример 1 является иллюстрацией полученной формулы 1. Условие перед вами.
Тем не менее, я его зачитаю. В сентябре килограмм слив стоил 60 рублей за килограмм. В октябре сливы подорожали на 15%. После чего в ноябре произошло еще одно подорожание и снова на 15%. Вопрос. Сколько рублей за килограмм стоит сливы в ноябре? Типичная задача на сложные проценты. На начисление процентов на уже измененную величину. Так, ну и вот комментарий к задаче. Величиной, а в данном случае очевидно является цена слив. Постоянный процент изменения цены равен 15. И вот изменение величины, которое происходит в два этапа, описано на слайде, который вы можете видеть. Ну и ответ. 79 рублей 35 копеек. Условия задачи имеет смысл записать и потом попытаться воспроизвести решение. Теперь мы рассмотрим чуть иную ситуацию, когда на каждом этапе изменения величины А процент, на который меняется величина, будет иметь свое значение. На первом этапе это будет P1, на втором этапе P2, на третьем P3 и так далее, вплоть до последнего n-го этапа. В этом случае формула итоговая имеет вот такой вид, а получается она абсолютно аналогичными преобразованиями. Итак, перед вами формула 2. И пример, который показывает использование этой формулы. В кинестическом магазине есть некоторая книга стоимостью 7000 рублей, которую сначала оценивают на 5%, после чего поднимают на нее цену на 15%. Требуется узнать, какова стала цена после двух изменений. Решение задачи вновь перед вами. И вот это как раз тот случай, когда мы допускаем отрицательное число процентов с тем, чтобы формула 2 не требовала каких-то корректировок, а была универсальной в любой ситуации. В общем виде формула перед вами. В нее мы подставляем значение наших величин. А нулевой – это 7000. Сначала минус 5 сотых – это как раз уменьшение цены на 5%. И плюс 15 сотых во второй скобке – это есть увеличение цены на 15%. Ну и итоговая сумма. И вот еще один пример, третий. Условия вновь перед вами. Предприятие работает 3 года. Выработка продукции за второй год работы предприятия возрастает на P%. На третий год она возрастает по сравнению со вторым годом на число процентов больше 10, на 10. Ну и известно, что за 2 года выработка увеличивается на 48,59%. Процентов в общей сложности. 48,59% в общей сложности. Ну и вопрос. На сколько процентов увеличивается выработка продукции на второй год? Значит, с одной стороны, выработка продукции за второй год имеет вот такой вид. То есть от начальной величины сначала увеличение идет за первый год, за второй год. А с другой стороны, мы знаем, что за 2 года всего по сравнению с начальной величиной выработка увеличилась на 48,59%. И потому она может быть выражена вот этой формулой. И отсюда мы получаем несложного вида квадратное уравнение относительно величины P. Причем более удобно будет его решить, если мы рассмотрим в качестве переменной не P, а P сотых, введя дополнительно новую переменную.
Ну, вычисление здесь предоставляется выполнить вам. А контроль ваших вычислений приведен здесь, это 17%. Ответ таков. Причем, когда вы будете проводить вычисления, обратите, пожалуйста, внимание на то, что квадратное уравнение в данном случае нам дает два разных значения, которые надо проанализировать и соотнести с условием задачи. По смыслу подойдет лишь одно из них. Так, ну и теперь давайте мы перейдем еще к одному примеру, который интересен тем, что здесь мы, кроме соображений процентов, еще будем использовать, так, извините, пожалуйста, мы будем использовать еще и арифметическую прогрессию и ее свойства. Итак, магазин электроники в первый рабочий день продал такое количество телевизоров, 105 штук, и в каждый следующий рабочий день дневная продажа возрастала на 10 телевизоров. Вот она, арифметическая прогрессия. С первым членом 105 и с разностью 10. В результате месячный план по продажам, который указан тоже здесь конкретно, в 4000 штук, был выполнен досрочно, причем за целое число рабочих дней. После чего ежедневные продажи меняются, и каждый день продается на 13 телевизоров меньше, чем в последний день выполнения плана. В месяце 26 рабочих дней. И вопрос, на сколько процентов был перевыполнен месячный план продажи телевизоров? Вот. Эта задача довольно успешно решается с использованием понятия сложных процентов. Здесь указано, как именно можно осуществить такой способ. Но в данном случае более удобным будет провести решение несколько иначе. Более простыми преобразования будут как раз с использованием арифметической прогрессии. Решение перед вами. Значит, мы считаем, что n – это целое число дней, за которые план был выполнен. И тогда план 4000 телевизоров равен вот такому значению. Из этого равенства мы получаем число дней. Причем, обратите внимание, у нас опять получается квадратное уравнение. Значит, нужно будет осуществить отбор нужного значения. N оказывается равным 20. И теперь мы получаем возможность посчитать число телевизоров, проданных в последний день выполнения плана. Естественно, используя опять арифметическую прогрессию. Ну, а потом у нас остается еще 6 дней месяца, как мы помним, 26 дней календарный месяц. И, значит, известно, что в каждый день продается вот такое количество телевизоров. Значит, всего за месяц получается вот такое количество. Откуда мы имеем возможность посчитать P? Число процентов перевыполнения плана 42,3. И вот теперь мы с вами переходим непосредственно к теме нашего сегодняшнего занятия, а именно рассмотрим несколько основных алгоритмов решения задач о вкладах и кредитах. Так, значит, задачи на проценты по вкладам также позиционируются как задачи на депозиты и задачи о кредитах. Значит, мы сначала с вами займемся задачами первой группы.
задачи на проценты по вкладам. В таких задачах, как правило, речь идет либо об однократном изменении величины вклада на определенное число процентов, либо о последовательном ритмичном изменении величины вклада через определенные промежутки времени на определенное число процентов. Вот как раз те самые сложные проценты. Что позволяет нам с вами заметить, что задачи этой группы как раз будут решаться теми методами, которые мы только что рассмотрели. Ну, еще раз мы оговорим основные пункты плана нашего решения. Ну, во-первых, договоримся об обозначениях. Они у нас будут стандартами на протяжении всего сегодняшнего занятия. Через S нулевое мы обозначим сумму вклада. P – это будет обозначение начисляемого банком процента. Тогда, после первого начисления процентов, мы получаем измененную, естественно, сумму S1, которая выглядит вот таким образом. После второго начисления процентов после второго начисления процентов сумма будет иметь вид S2. Ну и теперь уже нет нужды выписывать подробные вычисления. После n-го начисления процентов сумма имеет вид Sn, равный S нулевому, умноженному на n степень сумма единицы и p сотых. Ну и опять модификация формулы в том случае, если на каждом шаге начисляется свой процент. И тогда формула изменится понятным образом. То есть вот эти n одинаковых скобок теперь распадаются на n штук уже различных скобок, каждая для своего значения p. Но при задачах о депозитах, как правило, речь все-таки идет о фиксированной величине начисляемых процентов. Ну и, как правило, такой процент начисляется единожды в год, так называемые годовые проценты. Тем не менее, в некоторых случаях речь в задаче может идти о вкладах с продлением, так называемой пролонгацией времени. 1, 3, 6 месяцев и так далее. В этом случае формулы расчета процентов на депозиты будут меняться. И при однократном начислении процентов через m дней на вклад S нулевое под p процентов годовых сумма будет теперь иметь вот такой вид. То есть мы p сотых процентов умножаем на долю. На долю от года в днях. И это у нас будет m дней, m 365 от года. Это в том случае, если год является обычным. Для високосного, естественно, множитель корректирующий будет равен m поделить на 366 дней. Ну и вот комментарий к этой формуле, он перед вами. Годовой процент умножается на долю, которая составляет срок вклада по отношению к году. И значит, сумма дельта начисляемых процентов будет для обычного года иметь вот такой вид, поскольку знаменатель у нас будет равен 365 умножить на 100, и для високосного года вот такой вид. Ну и при реальных вычислениях эти величины будут округляться заданной степенью точности. Теперь мы с вами перейдем к рассмотрению конкретных примеров. Значит, известно, что год не является високосным, и клиент открывает банк вкладе открывает вклад в банке 1 сентября сроком на 1 месяц. Под 12% годовых.
Спрашивается, сколько рублей окажется на его счете 1 октября того же года, если сумма вклада равна 100 тысячам рублей. В данном случае работает формула, соответствующая невисокосному году, то есть поправка М на 365, причем М будет равно числу дней в сентябре, а это у нас 30. Итак, сумма вклада вычисляется таким образом и оказывается равным 100 986,30 рублей. Теперь, если проценты на депозит начисляются несколько раз и через равные промежутки времени, то формула суммы по истечении n таких промежутков будет иметь соответствующий вид. В действительности банки варьируют величину m в зависимости от реального числа дней в месяце. Ну, понятно, что это от 28 до 31. Тем не менее, для приближенных расчетов может использоваться и упрощенная модель, в которой каждый месяц воспринимается как 1/12 часть года. И потому, если речь идет о вкладе на 3 месяца, например, под P% годовых, с последующей автоматической пролонгацией в течение нескольких раз, n раз, то каждые 3 месяца сумма на счете вклада будет увеличиваться на p, умноженное на 1/4 часть года, которая как раз и составляет вот эти 3 месяца. И формула, по которой мы посчитаем итоговую сумму после n пролонгации, будет иметь вот такой вид. Если же пролонгация происходит каждые полгода, то сумма на счете окажется равной вот такой величине, в силу того, что половина года есть 1/2 от года. И поправка происходит вот так, в таком виде. Ну, и снова округление неизбежно. Округляем полученную сумму до копеек. Пример 6, который является иллюстрацией данной схемы. Вот нас просят выяснить, какой вклад выгоднее. Когда вкладчик деньги на счет кладет на год под 13% годовых. Или вторым образом, то есть на 3 месяца с автоматической пролонгацией каждые 3 месяца в течение года. То есть на тот же год, но с ритмичной пролонгацией. И уже под 12% годовых. Посчитаем итоговую сумму, которая у нас получается по истечении года в каждом из этих двух случаев. Значит, если мы видим схему вклада на год под 13%, то получается вот такой коэффициент 1,13. Если же у нас условия второго депозита, то S считается теперь по такой формуле. И после нехитрых вычислений мы получаем, что коэффициент теперь будет несколько меньшим, чем в первом случае. И поэтому более выгодным оказывается первый депозит, ну, что и следует отметить в ответе к решению задачи. Так, ну а теперь мы рассмотрим следующий тип задач. Это задачи на проценты по кредитам. Ну, как правило, они более сложные и объемные. И при решении этих задач как раз совершенно необходимо, кроме очень внимательного прочтения условия задачи, потому что в нем могут
быть какие-то очень важные нюансы. Нужно еще иметь и вычислительные навыки. И если у кого-то на данный момент с этим обстоятельством не все обстоит гладко, значит, нужно потренироваться, чтобы к экзамену с этой проблемой уже не оказалось бы. А алгоритм решения таких задач, в общем-то, вполне понятен, и мы сейчас его рассмотрим. При начислении процентов на кредит используются две схемы. Одна с дифференцированными платежами, это неравные платежи. Дифференцированные неравные платежи. А вторая, наоборот, с равными платежами, которые называются аннуитетными. Эти схемы различаются и по принципам формирования, и величиной платежей. И поэтому сейчас мы уделим достаточное время каждой из этих схем. Займемся для начала дифференцированными платежами. Значит, вновь введем обозначение S нулевой. Это у нас будет начальная сумма на сей раз кредита. Для этой схемы кредитования проценты периодичности обязательных платежей будут фиксированными. Например, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные. И фиксированный же процент будет начисляться на еще не выплаченную к моменту очередного обязательного платежа часть кредита. В этом случае каждый платежный период сумма выплат уменьшается, поскольку она состоит из фиксированной части S нулевой поделить на n, где n – это вот число платежных периодов, а также процентов, начисляемых на остаток долга по кредиту. Понятно, что долг каждый платежный период уменьшается, причем вот как раз на величину S нулевой поделить на n. Значит, по схеме дифференцированных платежей клиент возвращает банку до истечения каждого платежного периода n-ную часть кредита и вдобавок проценты на еще не выплаченную на начало этого платежного периода части кредита или долга. Задачи могут быть более приближенными к реальной ситуации и более упрощенными. Поэтому для начала мы рассмотрим базовую упрощенную задачу на дифференцированную схему кредитования. Итак, кредит берется под P процентов годовых сроком на N лет. Это означает, что клиент должен вернуть банку, во-первых, долг, и, во-вторых, проценты за пользование кредитом, причем на таких условиях. Каждый год клиент возвращает банку одну N-ную часть долга кредита и проценты за пользование кредитом, которые начисляются ежегодно на остаток долга. Посчитаем сначала сумму процентных выплат. За первый год использования кредита сумма дельта 1% составляет величину, очевидно, равную S нулевому умножить на P сотых. За второй год пользования кредитом сумма процентов составит уже вот такую величину. Значит, у нас была выплачена одна n-ная часть долга, поэтому сумма долга теперь такая, и на нее начисляются p%. Ясно, что за третий год сумма процентов будет сформирована аналогично. Мы уже дважды имеем погашение долга на величину s нулевой поделить на n, и поэтому дельта третья считается по такой формуле. Закономерность уже видна, поэтому можно обобщить формулу на случай произвольного n числа лет пользования кредитом, которое, впрочем, будет задано по условию. Так. Ну и тогда общая сумма всех начисленных процентов считается
Таким образом, удобнее, безусловно, посчитать ее, вынеся общий множитель за скобки. И тем самым мы обнаружим, что в скобках у нас есть сумма арифметической прогрессии с первым членом равным n и разностью равной минусу единицы. И потому итоговая величина будет равна p s нулевое на n плюс 1 и поделить на 200. Общая сумма всех выплат по кредиту будет равна сумме кредита и сумме всех начисленных процентов, что видно из следующей формулы. Вот эта величина и будет ответом к нашей задаче. Так, ну и вот мы теперь рассмотрим несколько иллюстрирующих задач. Артем взял кредит в банке сроком на 5 лет под 15% годовых. Спрашивается, на сколько процентов сумма всех выплат банку окажется больше суммы кредита, если досрочное погашение кредита не предусмотрено. Ну, мы сейчас воспользуемся только что полученной формулой процентных выплат. Вот она будет выглядеть таким образом. И потому общая сумма выплат будет иметь вид s нулевое умножить на 1,45. И значит, сумма выплат окажется, очевидно, на 45% больше суммы кредита, что мы и запишем в ответ. Но мы только что с вами говорили о том, что данная модель является упрощенной. На практике банки учитывают каждый день кредитования. Платежи, как правило, являются ежемесячными. И при решении данного примера нам пришлось бы учитывать, сколько високосных лет попадает в указанный платежный период из 5 лет, 1 или 2. То есть важно было бы, начиная с какого года отсчитывается платежный период. Ну и, конечно, тогда бы пришлось пересчитывать платежи на ежемесячный алгоритм. Но в вариантах ЕГЭ, тем не менее, как правило, все же встречаются задачи именно на упрощенную схему кредитованию. Теперь рассмотрим такой пример. Степан планирует взять ипотечный кредит в банке под 10% годовых на несколько лет. То есть количество лет пока неизвестная величина. Условия ипотеки. По истечении каждого года пользования кредитом он возвращает банку часть кредита, равную части суммы кредита, деленной на число лет пользования этим кредитом. И кроме того, выплачивает банковские проценты за пользование кредитом в размере 10% на непогашенную к моменту выплаты часть долга. Итак, при выплате в первый год Степан должен заплатить одну энную, извините, здесь одну n-ную, если у нас n лет, часть долга и 10% от невыплаченных, то есть n минус 1 поделить на n, или если мы считаем, как в этой части задачи, что у нас 5 лет кредита, то значит на 4/5 этой суммы. При оформлении кредита банк предложил Степану выплачивать кредит равными ежемесячными платежами по следующей схеме. Вот. И Иван принял предложение банка
Оказалось, что сумма ежемесячного платежа оказалась равной 30 тысячам рублей, а сумма начисленных процентов оказалась равной сумме кредитов. Спрашивается, на сколько лет был взят кредит и чему равна сумма кредита в рублях. Так, ребята, извините, там все-таки у нас оказалась опечатка, поэтому мы будем считать, что все-таки у нас n – это пока неизвестная величина, число лет, и значит, за первый год выплачивается 1 n от суммы кредита и 10% от этой суммы, а за второй год, соответствующая сумма. Ну и давайте разберемся, как решать эту задачу. Вновь пусть сумма кредита равна с нулевому, годовые p процентов и число лет кредита это n. Сумма выплат по процентам, как мы уже видели выше, выражается формулой, с которой мы работали. Вот, и по условию сумма процентов равна сумме кредита. То есть мы получаем вот такое равенство. Так как число процентов известно, то отсюда мы находим число лет, на которые берется ипотека. Ну и теперь мы получим сумму ежемесячного платежа по банковской схеме. Подставляем заданные значения. И получается, что S нулевое есть вот такая сумма. Ответ. Обратите внимание, что в рассмотренном примере схема решения оказалась смешанной. Расчет проводился для покажения дифференцированными платежами, но условия погашения, предложенные банком, были как для кредита с аннуитетными платежами. Но схема, тем не менее, была упрощенной, как было обозначено выше. Теперь мы рассмотрим еще один тип задач из реальных вариантов по ЕГЭ. Обратите снова внимание, пожалуйста, что чтение условия внимательно – это обязательное, непременное обстоятельство, которым пренебрегать нельзя. Пример такой. 15 января планируется взять кредит в банке сроком на 19 месяцев. Условия его возврата следующие. 1 числа каждого месяца долг возрастает на p% по сравнению с концом предыдущего месяца. Со 2 по 14 число каждого месяца выплачивается часть долга. 15 числа каждого месяца долг должен быть меньше на одну и ту же величину, чем долг на 15 число предыдущего месяца. Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 30% больше суммы, взятой в кредит. Требуется найти число процентов P, начисляемых банком за пользование кредитом. Решение. Итак, сумма кредита равна S нулевому. По условию долг банку по состоянию на 15 число уменьшается до нуля равномерно, поскольку у нас 19 месяцев, значит, часть суммы долга за каждый месяц составляет последовательность вот таких чисел.
То есть это у нас арифметическая прогрессия с разностью минус s нулевое 19. Кроме этого, 1 числа каждого месяца на оставшуюся сумму долга начисляются p процентов. Поэтому последовательность платежей по процентам будет вот такой. Значит, сначала p процентов на полную сумму начисляются, потом на сумму, которая остается после первой выплаты, после второй выплаты и так далее. И теперь мы выписываем формулу ежемесячного платежа, который будет состоять из двух слагаемых. Во-первых, это фиксированная сумма, 1/19 сумма кредита и платеж по процентам. То есть у нас получается вот такая выплата в первый месяц, выплата во второй месяц, в третий и так далее, вот в последний 19 месяц. И значит, общая сумма выплат у нас составляет вот такую величину. Опять удобно вынести общий множитель за скобку, и преобразование здесь понятное. Так, ну и наконец мы знаем, что итоговая сумма выплат связана с первоначальным долгом, суммой кредита, вот таким соотношением. Откуда мы имеем возможность выразить величину p? Таким образом, мы имеем задачу на схему с дифференцированными платежами. Вот. Формулировка не была комфортной, но тем не менее она является вполне корректной, поэтому нужно адаптироваться и к такой форме формулировки задачи. Ну, а более удачный аналог приведен здесь. 1 числа каждого месяца начисляется p процентов на еще не выплаченную часть кредита. И со 2 по 14 число каждого месяца необходимая выплата 1/19 части долга и процентов, начисленных 1 числа этого месяца. Вот. Значит, в реальности схемы начисления процентов являются более сложными. А именно, для физических лиц платежи назначаются ежемесячно с учетом числа дней месяца, и проценты рассчитываются, исходя из этих обстоятельств. Вот рассмотрим такую схему реальную. Пусть сумма кредита равна s нулевому, и кредит берется под p процентов годовых на n лет с условием ежемесячного погашения дифференцированными платежами. Это фактически означает, что клиент возвращает банку сумму кредита и проценты на его использование на таких условиях. Каждый месяц клиент отдает банку фиксированную часть суммы долга. То есть вот у нас n лет, каждый год состоит из 12 месяцев. И проценты за пользование кредитом, начисляемые ежемесячно на остаток долга. Таким образом, если год не високосный, то за каждый месяц сумма дельта МЭ процентов будет вычисляться вот по такой формуле. М – это номер месяца платежного периода. СМ минус 1 – это тот долг, который сохраняется на начало платежного периода. А L и T – это число дней в соответствующем месяце. Поэтому мы получаем вот такую сумму. Такую формулу.
Итак, рассмотрим задачку. 1 июля невисокосного года Иван взял в банке кредит на сумму 109 500 рублей под 24% годовых сроком на 6 месяцев на условиях погашения кредита дифференцированными платежами. Значит, что до 1 числа каждого следующего за июля месяца он вносит в банк платеж, состоящий из 1/6 части долга. Эта часть высчитывается сразу. И процентов, которые начисляются с учетом числа дней соответствующего месяца. Нужно найти сумму всех выплат по кредиту. Вновь разбиваем сумму выплат на два слагаемых. Выплаты по процентам и, собственно, кредит. Сумма долга. Сумма процентов за июль, в котором 31 календарный день, составляет вот такую величину. Сумма процентов за следующий месяц, за август, в котором тоже 31 день, составит величину, которая перед вами. Обратите внимание, что когда мы будем считать сумму выплат по процентам в сентябре, число дней сентября мы учитываем равное, естественно, 30. Затем выписывается сумма процентов за октябрь, за ноябрь и, наконец, за декабрь. Итак, сумма всех выплат в рублях по процентам составляет сумму дельта итых, которая выписана перед вами. Значит, общая сумма всех выплат есть, собственно, долг и сумма по процентам. Ответ. Ну и вот тут замечание, которое позволяет несколько упростить вычисление процентных выплат. И вот обратите внимание, что в процентах переплаты по кредиту составит вот такое количество, то есть 7,07%, когда мы округлим полученную величину. Это пример реального расчета по кредиту с дифференцированными платежами. Теперь мы рассмотрим схему с аннуитетными платежами. Рассмотрение этой схемы мы снова начнем с упрощенного варианта по сравнению с реальным. Будем считать, что платежи производятся ежегодно, и все введенные выше обозначения мы сохраняем. Причем обратите внимание, что та схема, которую мы рассмотрим, остается в силе и в том случае, когда процент по кредиту указывается для некоторого фиксированного платежного периода. Итак, условия начисления процентов для кредитов с аннуитетными платежами таковы. До истечения очередного периода платежного периода, банк начисляет P процентов на оставшуюся сумму долга. После начисления процентов клиент вносит в банк, также до истечения соответствующего платежного периода, некоторую сумму, одну и ту же для каждого платежа. Вот они, равные платежи. Сумма долга при этом уменьшается и на эту уменьшенную на x сумму, начисляются проценты до истечения следующего платежного периода. Дальше действия повторяются. Клиент вновь вносит в банк платеж в размере все той же фиксированной суммы, после чего на остаток начисляются проценты, и процесс повторяется.
Значит, из этих соображений и определяется сумма вот того самого регулярного фиксированного платежа. Сейчас мы с вами получим формулу для ее вычисления. Удобно ввести новую переменную, обозначив сумму единицы и p сотых символом m. Так и будем поступать. Тогда s первое – это сумма, которая получается следующим образом. Сначала начисляются проценты на кредит и выплачивается первый платеж, равный фиксированной сумме x. S второе получается естественным образом, то есть начисляются проценты на остаток, на S1, после чего вновь выплачивается фиксированный платеж. И в результате мы получаем вот такую сумму. Итог, который мы получаем на третьем этапе и, наконец, на n-ном этапе. Причем, обратите внимание, по истечении последнего платежного периода долг равен нулю. И поэтому мы получаем равенство. Ну, теперь опять сумма в скобках, являясь суммой членов, на сей раз геометрической прогрессии, будет равна вот такой дроби, что позволяет выразить значение фиксированного платежа x. Ну и отметим, что коэффициент при s нулевом в правой части равенства звездочка называется коэффициентом аннуитета. При этом его часто вычисляют, записывая годовой процент десятичной дробью. Ну и удобно в этом случае p сотых также обозначить новой буквой. Предположим, пусть это будет символ t. И тогда m уже выражается через t таким образом. И, соответственно, формула будет иметь, формула звездочка примет вид вот такой, который мы обозначим две звездочки. Причем полученная формула позволяет находить сумму регулярного платежа для любого периодического платежа. Вот. Будем считать, что t – это процентная ставка, выраженная в сотых долях в расчете за этот период. Ну и вот, например, для n ежемесячных платежей по кредиту по 12% мы будем иметь вот такие величины. Такую величину. Если на 10 лет, то вот такую величину. И ясно, что такие вычисления комфортными не назовешь. Сейчас мы давайте сравним выплаты по схеме с дифференцированными и по схеме с аннуитетными платежами при одинаковых сумме кредита, сроке и процентной ставке. Для этого мы воспользуемся условиями примера 10, который мы рассмотрели выше. Условия этой задачи сейчас повторим. Итак, 1 июля невисокосного года Иван берет в банке кредит на сумму 109 500 рублей по 24% годовых сроком на 6 месяцев. Условия погашения кредита ежемесячными аннуитетными платежами. То есть до истечения соответствующего платежного периода, то есть до 1 числа каждого следующего за июлем месяца, банк начисляет 24% на оставшуюся часть долга, а после начисления процентов Иван вносит в банк тоже до истечения соответствующего платежного периода некоторую фиксированную сумму, одну и ту же на протяжении всего периода погашения долга. Сумма долга при этом уменьшается, и на эту уменьшенную сумму банком начисляются проценты до истечения следующего платежного периода. После чего Иван вносит в банк платеж в размере той же фиксированной суммы,
И процесс повторяется до полного погашения кредита. Итак, требуется найти сумму всех выплат. Значит, процентная ставка здесь, очевидно, будет равной 200. И тогда сумма ежемесячного платежа составит вот такую величину. И сумма всех выплат будет равна 6х и будет равна вот такой сумме 117 291,48 рубля. И переплата. Сейчас мы с вами убедимся, что переплата по схеме с дифференцированными платежами была меньше. При большем сроке кредита разница станет еще более существенной. Ну и вот перед вами небольшой комментарий по поводу кредитов с аннуитетными платежами. Эта схема отличается тем, что через определенное время, примерно в середине срока кредитования, доля процентов окажется такой небольшой, что досрочное погашение кредита просто перестанет быть выгодным. Что, естественно, выгодно банкам. Вот. Тем не менее, часто банки ограничивают максимально возможный ежемесячный платеж определенным процентом от ежемесячного заработка клиента. И в этом случае схема с аннуитетными платежами позволяет взять в кредит большую сумму по сравнению с кредитом с дифференцированной схемой погашения кредита. Ну, а в реальных задачах ЕГЭ рассматриваются, как правило, более простые схемы. И сейчас мы с вами в этом убедимся. 31 декабря 2014 года бизнесмен берет в банке кредит на 3 года под 10% годовых. Схема выплаты кредита такова. До 31 ноября каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся часть долга. Затем до истечения этого же платежного периода, то есть до конца года, до 31 декабря того же года, бизнесмен переводит в банк определенную сумму ежегодного платежа. Одну и ту же для каждого года. Известно, что сумма ежегодного платежа составляет указанную величину. И спрашивается, какова была сумма кредита в рублях. Решение. Значит, вводим обозначение. S нулевой сумма кредита, X – это фиксированная сумма ежегодной выплаты. И мы сейчас выпишем сумму долга по истечении каждого платежного периода. Вот. Значит, начислено 10% на сумму и выплачена фиксированная величина X. Это первый платеж. Первая сумма долга. Вторая сумма долга вычисляется аналогично. И получается вот равной такой величине. Третья сумма и так далее. Причем, то есть итоговая величина перед вами. Опять, по истечении последнего платежного периода, естественно, долг оказывается равным нулю. То есть S3, с одной стороны, будучи равным вот такому выражению от X, будет равен нулю. То есть мы с вами получаем несложное уравнение относительно S нулевого, так как X нам задано по условию. Ну и вычисление в данном случае даже и не сложное. Итак, в задачах, которые подобны
только что рассмотренной, используется формула, связывающая четыре величины. Сумма кредита, процентная ставка, число платежей или срок кредита и сумма регулярного платежа. Как правило, в условиях задания ЕГЭ задаются из этих четырех величин три. А четвертая как раз оказывается искомой. Теперь мы рассмотрим еще несколько примеров из реальных вариантов ЕГЭ на разные схемы кредитования. И вновь и вновь отмечаем, что читать внимательно условия необходимо для успешного решения задачи, так как предлагаемые схемы кредитования могут отличаться от реальных. Пример 13. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 16 миллионов рублей на некоторый срок, который заключается в целом количестве лет. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. В июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше, чем долг на июль предыдущего года. На сколько лет был взят кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 38 миллионов рублей. Итак, долг планируется взять кредит сроком на N лет. Долг перед банком в миллионах рублей по состоянию на июль должен уменьшаться равномерно, то есть на одну энную часть этого долга. Поэтому сумма долга за каждый месяц до начисления процентов составит вот такую последовательность. Произносить эти значения, я думаю, смысла нет. Далее, по условию, каждый январь банк начисляет на оставшуюся сумму долга проценты в количестве 25. Поэтому последовательность размеров платежей по процентам выпишется в следующем виде. Вот изначальная сумма увеличивается на такую сумму, на 25%. После первой выплаты происходит увеличение вот такой суммы, и она оказывается равной 4 на n минус 1 поделить на n. Ну и так далее. Тем самым ежегодный платеж составляет сумму двух слагаемых. Во-первых, фиксированная часть 16 поделить на n. И кроме того, платеж по процентам. Поэтому последовательность сумм ежегодных платежей будет иметь вот такой вид. И теперь мы можем записать выражение для полной суммы S всех выплат, которая составит сумму, собственно, долга и всех процентных платежей. Ну, для удобства преобразования в правой части у всех слагаемых, начиная со второго, мы вынесем общий множитель, равный 4 на n. Ну и в скобках опять возникает знакомое нам выражение, равная сумме n членов арифметической прогрессии. И потому мы в результате получаем вот такое простое представление суммы S. Вот. Ну, наконец, по условию S равняется 38, откуда мы находим значение n.
следующий пример, 14. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 4,5 миллиона рублей сроком на 9 лет и условия его возврата. Каждый январь долг возрастает на P% по сравнению с концом предыдущего года. С февраля по июня происходит выплата части долга, а в июле вследствие этого долг должен быть меньше на одну и ту же сумму, чем долг на июль предыдущего года. Требуется найти число процентов, начисляемых банком, если известно, что наибольший годовой платеж по кредиту составит не более 1,4 миллиона рублей, а наименьший не менее 0,6 миллиона рублей. Решение. По условию долг перед банком по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно. В нашем случае это 1/9 часть, и поэтому сумма долга за каждый год до начисления процентов состоит в порядке убывания вот такой последовательности. По условию каждый январь долг возрастает на P%, и поэтому последовательность размеров процентных платежей будет иметь вот такой вид. И вновь ежегодный платеж состоит из двух частей. Опять первая составляющая – это фиксированная часть долга. И второе слагаемое – это платеж по процентам. Ну и понятно, что наибольший платеж будет равен вот такой величине. То есть в том случае, когда процент начисляется на наибольшую сумму, а наименьший платеж в том случае, когда процент будет начисляться на самую маленькую остаточную сумму долга. Откуда у нас получается система неравенства относительно P? И из двух неравенств, к которым приводится наша система, мы получаем, что P равняется в точности 20%. И еще одно замечание. Некоторые задачи допускают решение непосредственным перебором, без использования формул. А перебор можно оформить либо логическими построениями, либо таблицей. И мы рассмотрим на примерах указанные ситуации. Пример 15. Значит, 1 января 2016 года Иннокентий Петрович берет в банке 1,1 миллиона рублей в кредит. И схема выплаты такова. Первое число каждого следующего месяца банк начисляет 2% на оставшуюся сумму долга. Затем Иннокентий Петрович переводит в банк платеж. Спрашивается, на какое минимальное число месяцев Иннокентий Петрович может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты не превышали 220 тысяч рублей. Решение. Очевидно, что чем больше месячные выплаты, тем быстрее будет выплачен долг. Поэтому срок кредита будет минимален при наибольшем значении ежемесячных выплат. По условию максимальная сумма платежа составляет 220 тысяч рублей. И сейчас мы составим таблицу, в столбцах которой будут указаны долг на первое число каждого месяца, а во втором столбике долг в том же месяце, но уже после выплаты. Ну и
всякий раз, за исключением последнего месяца, выплата будет иметь наибольшее значение, а в последний месяц она уже будет меньше 220 тысяч рублей. И из таблицы очевидно, что минимальный срок выплаты кредита равен 6 месяцам. За 5 месяцев кредит выплатить не удается. И еще одна задача. 1 января 2016 года Лев Николаевич берет в банке кредит 1,1 миллиона рублей. И схема кредита такова. Выплата кредита такова. 1 числа каждого месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга, после чего производится платеж. И спрашивается, на какое минимальное количество месяцев может быть взят кредит, чтобы ежемесячные выплаты не превышали 275 тысяч рублей. Ну и вот, значит, мы замечаем, что по условиям задачи за 4 месяца выплачивается не более чем 1,1 миллиона рублей. Это значит, что он гасит ровно долг, но не гасятся проценты. Поэтому нам нужно будет посчитать, что происходит с процентными платежами. Долг увеличивается не более чем на такую сумму, 11 тысяч рублей. И значит, за 5 месяцев Лев Николаевич выплачивает не более чем долг плюс вот эта сумма. И это меньше, чем 5 на 275 тысяч. Поэтому условия задачи выполнены. И значит, кредит выплачивается за 5 месяцев. Ну и теперь предлагаем вашему вниманию несколько задач для самостоятельного решения. К каждой задаче прилагается ответ, но комментариев по ней не будет. Постарайтесь решить сами, и в случае, если возникнут какие-то проблемы, вы можете либо в личных сообщениях написать вопросы, либо задать их на следующем занятии, которое будет заключительным. Первую часть его мы тогда с вами посвятим разбору возникших вопросов, а потом вы напишите итоговую тестовую работу, по итогам которой вы получите сертификат об окончании нашего лицейского курса. Итак, задачи. Вот здесь, пожалуйста, постарайтесь не переписывать условия, а делать скрин страницы. Значит, задача первая. 15 января предполагается взять кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей сроком на 24 месяца. И предлагаются условия возврата. 1 числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца. Далее со 2 по 14 число выплачивается часть долга, так что 15 числа каждого месяца долг должен быть меньше величины долга на 15 число предыдущего месяца на одну и ту же сумму. И вот вопросы, на которые нужно ответить. Сколько рублей составит первый платеж? Сколько рублей составит последний платеж? На сколько рублей 13-й платеж превосходит 14-й? Какова полная сумма в рублях, которую нужно вернуть банку за весь срок кредитования? И какую сумму в рублях нужно вернуть за часть срока кредитования, то есть за второй год.
с 13 по 24 месяц. И еще один вопрос. В условиях той же задачи кредит берется сроком уже на 30 месяцев. И нужно сравнить, на сколько рублей увеличатся выплаты в этом случае по сравнению с исходным условием. Ответы прилагаются. Задача 2. 15 января предполагается взять кредит в банке сроком на 7 месяцев на следующих условиях. 1 числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего. Со 2 по 14 число выплачивается часть долга таким образом, что 15 числа каждого месяца долг оказывается меньше на одну и ту же фиксированную величину долга на 15 число предыдущего месяца. Известно, что на 4 месяц кредитования нужно выплатить 56 тысяч рублей. Ну и вопросы. Какую сумму в рублях следует вернуть банку за весь период кредитования и какую сумму в рублях планируется взять в кредит? Вновь предлагаются ответы. Третья задача. Так, время наше подходит к концу, поэтому, пожалуйста, просто сделайте скрин. Зачитывать я ее не буду. Надеюсь, вы успели это сделать. Четвертая задача. И, наконец, пятая задача. На этом наше занятие закончено. Надеюсь, что какие-то ваши вопросы были разрешены. Всем успехов. Всего доброго.